Второй день недели российского ритейла. Мы разговариваем с нашими гостями. Виктория, расскажите, что вы тут делаете, какие цели у вас здесь на форуме и какие ожидания у вас от недели российского ритейла? Как обычно, мы не первый раз участвуем в неделе российского ритейла. И мы пришли найти новых клиентов и обсудить текущие вопросы с нашими текущими клиентами. Что вам более интересно, деловая программа или экспозона? Мне более интересна деловая программа, честно. Почему? То есть вам интересно послушать то, что, чем делятся со сцены, а не поговорить с контрагентами, с партнерами, с брендами, которые здесь на экспозоне? Наверное, не нашла на экспозоне своих партнеров, которые бы ответили на мои вопросы. Чем занимается компания ваша и что вы представляете, то есть рынку? Наша компания дистрибьютор, она дистрибьютирует европейские бренды на территорию России. И продаем мы это в разных каналах сбыта. У нас порядка 32 брендов, и из них 8 на эксклюзиве. Вот такая самопрезентация. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.